Да, ладно, давайте. Ой, жутко прыгаем! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова будем играть в Майнкрафт. И в прошлый раз я выполнял ваше задание, и вам, судя по всему, это вроде как залетело, и я попросил вас дать мне еще заданий, и вы накидали на момент записи видео аж 15 тысяч комментариев с заданиями. Сейчас я выберу 3 рандомных, но прежде чем мы приступим, я хочу сделать себе новый скин. Давайте создадим персонажа. Сделать волосы. Вот такой лысый чувак будет. Да, мне определенно нравится. Цвет волос. Да почему бы и не оставить рыжим? А это что такое? О, мне нравится. Неужели вы будете меня убивать? Было бы прикольно, если бы такие глаза как бы влияли на игру. Но это вряд ли. Хорошо, у нас карие. Какой у нас будет рот? Это точно наш рот. У него явные проблемы с развитием. Погодите, еще мы можем сделать его выше, ниже. Маленьким мальчиком. Да, маленький мальчик пусть будет. Да, мне очень нравится. Персонаж сохранен. Вот он мы. Теперь давайте играть. Смотрите, мои попугайчики здесь. Так, это белый. Это голубой. А остальные на мне. Смотрите на меня. Попугайчик зеленый. Попугайчик синий. Монстр. Монстр, нет. Подохни, арбузом тебя запинаю. Арбуз не очень-то коцает. Надо будет запомнить это. Ох, еще и пнул меня в ответ. Попугайчики, атакуйте. Есть, сдох, наконец-то. А, еще и крип рядом ходит. А что, неужели у меня никакого вообще оружия нету? Ладно, раз уж мы живем пока что здесь временно. Так, чтобы сделать деревянный хотя бы меч. Блин, у нас вообще нету ничего. Надо, короче, деревья нарубить и палки сделать. Топор готов. Меч готов. Даже кирка есть. В целом, я думаю, мне здесь вообще нечего ловить. Давайте-ка отсюда свалим. Надо вернуться домой. Все, забираем и уходим. Попугаи. Попугаи. Все, гоу. Сейчас добежим до дома и уже потом начнем читать задание. Смотрите, мой дом отсюда видно. Прикольно. О, необъятные земли. Там горы и вот тот каньон. Помнится, вы говорили не копать под себя, но здесь это самое то. Стоп, это волк. Кто написал, что волку можно скормить кости? Давайте попробуем. Похавал? Хо, что ты мне дал сейчас, Евгений? А? А ну-ка дал быстро еще раз. Так, ну-ка еще разок, блин, еще разок. Ну еще разок, ну-ка еще разок, ну еще разок. Ты будешь меня влюбляться или нет? Вот, как бы тебя назвать? Я назову тебя собак. О, он гавкнул, все, ты собак. Ты собак? Скажи мне еще раз. Собак, голос, неважно. Собак знает команду ко мне. За мной. Есть, целая куча животных, и все на моей стороне. Я словно, блин, какой-то зверолюб. Фух, ладно, дом, слава богу, ты здесь. Ну что ж, мы дома, и теперь можем приступить к чтению заданий ваших. Что ж, первое задание от мистер Криса. Называется «Юджин на пути спидранера». Скрафтить ведро, набирать воды, прыгать с огромной высоты, почти приземлившись, выплескивать воду, охреневать от результата. Ладно, попробуем. Но погодите, сначала нам надо себя немножечко как-то приодеть, что ли. А, все, у нас только на штаны хватает. Смотрите, я даже в доспехах выгляжу очень нелепо. Зато, видите, у нас попугай в цвет доспехов. Собственно, что нужно сделать, чтобы сделать ведро? Надо добыть металла, железные слитки нужны. Что, друзья, вы готовы за железными слитками пойти? Это будет очень опасное путешествие, я вам обещаю. Фух, все, здесь, кажется, все в сборе, отлично. Вот тут что-то точно будет интересненькое. Ага, зомби, значит. Куда ты пошел, разведывать, что ли? Я тебя просил? Хорошо, мы спустились, немножко хреновенько, но не сдохнем. Ой, прости, песик, присядь, отдохни. Все, пошли. Собак, ну не смотри на меня так. Еще и гавкает на меня. Сказал, урод, согласен. Сейчас я быстренько сделаю лестницу. Кто там? Нет! Нет! Да блин! Подстерегли со всех сторон! А мои животные! За ними скорее! Сюда! Да, я не удываю, судя по моей аватарке. Ха-ха-ха! Было весело! Сдается мне это распространенная ситуация, когда крипер подбирается сзади. Погодите, попугайки? И крипер сзади. Короче, все попугайки здесь, а пёс... Пёс, где моя? Собак, собак! Опа, ой, нет. Убили. О, нет, убили нафиг всю собаку. Все потому, что я имя не дал нормально. Чертовски обидно за песика. Мы могли лестницу не строить, так как здесь есть выход. Секундочку, мы где-то здесь видели... Вот, я видел проход в пещеру. Ладушки, давайте попробуем
Мне надо мыслить майнкрафтово. Весь мир — это моя большая игрушка. Я могу делать с ней все, что захочу. Верно? Верно. Слушайте, мы в какой-то ад, да, спускаемся. Вообще, стоит ли мне это делать? Ну, у меня же есть причины, по которой я это делаю. Я хочу добыть себе немножко металла. Что-то здесь сыкает на мне. Так, хорошо. Смотрим. Мы нашли золото, судя по всему. О, боже мой! Криперов тут еще не хватало. Стоп, погодите, вот же металл. Главное, чтобы крипер не нашел способ обойти меня как-то с другой стороны. Смотрите, что-то там мы видим. Мы видим выход отсюда. Окей. Ну и слава Иисусу. Куча металла найдена. Не зря спустились. О, блин! Вот та смерть от крипера внезапно научила меня его бояться. А, еще металл. А вот и ты. Так, он, похоже, не опасен. Пытается выбраться, но он туповат слишком. Оп, все, я сломался. Я сломался, крипер, пока. Я ухожу. У меня больше ведь ничего нету. Не, у меня еще есть деревянная кирка. Блин, мне тоже хочется немножко поорудовать. Например, тихо смотрим по сторонам. Например, собрать вот это золото. Это же золото будет, да? Ой, как долго. Я даже, по-моему, ничего не подобрал. Что-то странно. Долбил, а толку? Ничего не добывается. Ладно. О, ура, мы вернулись. Эндермен? Держит кубик? Стоп, эндермен — это что, строители этого мира? Не буду его тревожить. Я только насобирал всякого добра. Давайте просто домой придем. Мы дома. Начинаем плавить. Итак, ведро готово. Первый пункт выполнен. Смотрите, камнетес. Ух ты, какая интересная штука. Ее надо замутить по-любому. Камнетес. И что я могу? Диорит могу? Да, плита из диорита. Вот как это все делается. Окей, на будущее учту. Сделаем крутой дом. Так, теперь давайте все барахло с себя сейчас снимем. Придется еще один сундук забабахать. Как-то вот мы так его поставили. Почему бы и нет? Давайте сделаем сами высоту нужную, потому что мне не хочется потом идти долго за вещами. Так, ну давайте посмотрим, как это будет работать. Я так понимаю, вот у нас вода. Очень драматично все это выглядит. Дождь. Я уже почти над облаками и пытаюсь жестко суициднуться. А попугаи разве летают так высоко? Чего вы тут делаете? Блин, надо было заставить их сидеть. Мы уже над облаками. Достаточно? Попугайчик, ты что удумал? Так. Я не знаю, как мне сейчас получится это сделать, но, в общем, мы строго туда падаем вниз. Смотрите на этот мир, он огромен. Надеюсь, из-за того, что здесь сейчас уже идет дождь, этот эффект, который вы хотите, чтобы я увидел, не испортится. Ладно, давайте. Ой, жутко прыгаем. Выплескиваем. Кажется, я куда-то сюда упал. Ой, я забыл себя снять броню. Ух, все разлетелось жестко. Это даже не мое, кстати. Вот я выливаю воду прямо на попугаев. В чем прикол? Я разлил воду. А какой должен был быть эффект? Неужели в моем ведре было столько воды? Что за прикол? Так, давайте попробуем с не очень большой высоты сделать то, что мы хотели сделать. Так, еще раз, погодите. Что-то я какую-то хрень устроил, жесткий потоп. Так, выливайся, вода, давай, обратно. Кажется, мне ты хотел, чтобы я... не сдох, да, это как бы я под себя бы сделал такой раз маленький бассейн. Но я коцаюсь, как ты видишь. Может быть, еще раз попробовать? Сейчас. Оп. Да как-то нифига. Все, я вычерпал всю воду, кажется. Еще раз. Раз. Все, я понял, что ты от меня хотел. Да, я бы просто не покоцался. Классное задание. Давайте дальше двинемся, я думаю. Считайте, что выполнил. Мне не хочется снова строить эту большую башню. И, кстати, приручив собаку, мы сходу выполнили задание от Горд Хука, которое называется «Собачник». Это найти волка и накормить его костями. Выполнено. Следующее задание от Ru Brony Cone Channel. Задание называется «Достойной жизни». Не умри за серию. Провалено. Смотрите. Зомбяра. Сейчас мы его уроним. Стоп, куда пошел? А зачем он он принес мне землю? Может быть, он добрый? Ты добрый зомби? Иди сюда. Будешь? Он не ест гнилую плоть, а обычную. Рыбку хочешь? Он меня не бьет. Это мой друг. Ой, прости. Да случайно я лопаткой работал. Да все, обиделся на меня. Такого друга просрал хорошего. Зомби. Мы сейчас вот так сделаем. Хоп. Падай. Ты теперь не выйдешь отсюда никогда. Он пытается сейчас выйти отсюда. Никогда, я сказал. Ты слышал? Никогда. Все, теперь ты будешь жить здесь. Хорошо, у нас теперь есть зомби, назовем его... Слышишь, он все время... так делает, как будто полоскает горло. Полоскун его зовут. Хорошо, следующее задание от Wolf Mask. Называется «Веселый рыбак». Сделать удочку и поймать любую вещь на удочку, кроме рыбы. Окей. Понеслась. Забавно, что пока я выполняю ваши задания, я немножко понимаю игру лучше. Я прокачиваюсь в ней. Скоро стану самым профессиональным, трушным майнкрафтером. Валюсь в тусовку. Ладно, удочка. Нужна палка, леска. Удочка готова. Ловим. Ждем. И спрячемся за щитом. Рыба не заметит меня. Я ловлю рыбу на рыбалке.
Смотрите. Подплывает, хоп, поймал сырая треска. Еще раз. Вот. Хоп. Вот оно такое, смотрите, осторожно подплывает, хоп, рыба фугу. Сырой лосось. Все, присели, ждем. Что я еще могу поймать? Мне просто интересно, помимо рыбы. Оп, выловил лук. Все, задание выполнено. Есть! Мне, меня устраивает. Вполне себе. Ты сидишь прямо на пиле. Прям вот, ладно, молчу. Ну-ка, давайте поспим. Зачем нам эта ночь? Вот, утром гораздо прикольней. Ой, прости, попугайка. Я его поймал удочкой. Стой. Нет. Как убрать? Все. Я поймал его удочкой, прости меня, ради бога. Муа. Очень неловко получилось. Как бы снять с себя этих попугаев? Я знаю, как я сделаю это. Мы сделаем бассейн. Один будет сидеть здесь, попугай, второй опять на меня забрался. Ну, гаденыш, а. Сяк. Сик. Отошел. А ты будешь здесь сидеть, все. Теперь все попугаи рассажены по местам, вы мне сейчас не нужны. Кстати, прикольно, что я сделал в итоге эту башню. Теперь я никогда не заблужусь, всегда смогу найти свой дом. Как там наш полоскун? Вот, слышите, опять полощет горло. Просто этот зомби, в отличие от остальных, очень любит, когда у него свежее дыхание. Да, зомби? Да, полоскун? Да, Женек. Он даже сказал да и пахнуло так приятно, мятой. Ах. Хорошо пахнет, молодец. И я думаю, что напоследок нам все-таки стоит попробовать этот трюк. Такой трюк может выполнить только безумец, вот как этот парень. Я, конечно же, говорю про трюк с ведром. И полоскун станет свидетелем этого великого трюка. Надо его сделать до конца. Ну давайте, выше. Сделаем башню еще выше, чем в прошлый раз. И надо быстрее это делать, а то мы уже начинаем коцаться. Да боже ж мой, сейчас так не прет. Почему вечно нам что-то мешает выполнить трюк? Ну долго там еще, почему такую большую башню сделали? Ну ладно, выше на пару блоков, достаточно. Нифига не вижу, куда падаю, но прыгаем. Да не работает это говно. Все, спим до утра, сохраняем наш прогресс. Я думаю, на этом мы, друзья, с вами закончим. Если вам понравилось, то, конечно же, кучу лайков поставьте, мне будет очень приятно. Также не забывайте писать ваши задания. И если вам, друзья, когда вы будете смотреть комментарии, понравятся какие-то из заданий, то лайкайте их, чтобы они поднимались вверх, и мне будет больше шансов увидеть их, соответственно, и выполнить. Ну, а я пойду, пожалуй, поваляюсь, побездельничаю, а вы пока подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, увидимся с вами там. Не забывайте про мой сайт с комиксом Game Hunters, который очень скоро пополнится вторым номером. Вот он уже почти готов. Мы сейчас... Небольшая задержка сейчас получается, потому что мы допиливаем сайт, мы делаем его более автоматизированным, исправляем кучу ошибок, которые были допущены в прошлый раз при первом релизе первого номера. В общем, сделаем его прям вот, чтобы прекрасный был. Потому что на первых порах нам очень хочется, чтобы сервис был максимально удобным для вас. И лучше исправить все ошибки сейчас, чем потом их расхлебывать, правильно? Ну а сегодня все. С вами был Юджин, и всем пять!